выращивал в квартире коноплю. Милиция и сотрудники департамента охраны задержали бобруйчанина. Мужчина отвел для запрещенных растений отдельную комнату. Оперативники обнаружили в ней сразу два горшка с дурман-травой. Рядом лежали мешки с грунтом и удобрения. Семена были завернуты в бумагу. В помещении также хранились приборы для освещения и вентиляции, весы. Внимание правоохранителей привлекла трубка для курения марихуаны и горстка самого наркотического вещества. В настоящее время продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение противоправной деятельности бобруйчанина, а также установление иных лиц, возможно, причастных к незаконному обороту наркотических средств. На 39-летнего мужчину возбудили уголовное дело. С начала года сотрудники областного ОВД обнаружили 4 помещения, в которых выращивали наркосодержащие растения.